мой, вот этот волшебный сентябрьский день. Ну, еще раз просто тебе скажу слова поддержки. Поддержки в чем? В том, что вот в отличие от кого-либо другого, я считаю, что категорически осуществимо вообще все, что угодно. Абсолютно. И я думаю, как никто другой, я стою за свободу. Недавно я... Вчера. Просто я плохо выспался, плохо голова варит. Вчера. Где-то это... Кто-то из русских рокеров это сказал. Архивная съемка. Кто-то там молодой, полупьяный сидит там с сигареткой и сказал такую штуку, что свобода и не свобода — это одно и то же. Это нифига не одно и то же. И не свобода — это состояние абсолютно ублюдочное. Это просто тупик. Это стойло. Это все мерзости. То, что сейчас мы видим. А свобода — это развитие. Это те же самые возможности. Это и счастливое времяпрепровождение, но это очень много всего, то есть, друг мой. Так что ориентируемся на свободу и на то, что абсолютно все осуществимо. Ну и у меня, у нашего рыцарского ордена очень амбициозные планы. Очень амбициозные. Просто в огромной степени. Это и черная меза, это либо зона 51, как это, исследовательская, это, ой, машина времени, все, короче говоря, все, ребята, в наших руках в прямом смысле слова, так что держимся курса.